Говори. Ну вот, приехали мы. Дальше Гали-гали, собаки сандали. Челябинск все еще живой. Все мы здоровы. Настроение хорошее. Настроение огонь. Все так же. Наше главное подкрепление. Прибывайте, прибывайте. Да, нас все больше и больше. Правда, один боец у нас с Глазиком что-то там пересмотрел. А когда Михалыч приедет из Челябинска? Да, Михалыч. Я уже тут, блядь. А где Дулин? А вот если не стоит, Россия не поверит. Да нет, где мы, пацаны, знаем. А у нас даже такого завода нет. Да? Да? Нас, пацаны, знают, мы нормально. Ладно, привет передали. Ну что, и выстрела, блядь, у нас настолько сжато, нахуй, что... Ебанка не пролезет, блядь.